На него приехали представители всех 11 войсковых обществ. Участников форума поприветствовали полномочный представитель президента, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что это знаковое событие в современной российской истории. Казачество прошло этап возрождения, становления, теперь время развития. У нас всех объединяет одно. Нас всех. Безграничная любовь к своей земле, к своей малой и большой родине России. И самое главное, мы все хотим, чтобы после нас наши дети и последующие поколения тоже жили на этой земле и говорили на понятном нам языке. Мы сегодня поем наши песни, казачьи песни, потому что за чуждой культурой придет чужая и чуждая идеология. Поэтому здесь мы не можем быть толерантными к тем процессам, которые никогда не были свойственны нашим традициям, нашему обществу. Потому что мы тоже должны сегодня суметь в непростых условиях себя защитить. Форум продлится 2 дня. Казаки будут обмениваться опытом воспитания подрастающего поколения, казачьего образования, несению службы по охране общественного порядка. Также гостям покажут церемониал «Час славы Кубани».